Друзья, всем привет! Сегодня у нас понедельник, 16 число. Ну, если считать правильно, то, наверное, она 16 ночью только начала пороститься, то есть им получается завтра, 17-го, 60 дней от рождения. Ну, я уже думаю, сегодня видео сделаю, 16-го, как я говорил. 16 числа было порост, вот эти поросята родились. И вот им сегодня 59 дней от рождения. Ну, напишу в ролику, что 60 дней. И вот интересно узнать, какой вес, часто спрашивают, какой вес у поросят у 2 месяца. Я так всегда на глаз смотрю, да нормальные, нормальные. А это, думаю, сделаю ролик, ну и поставим весы, ящик и взвесим, сколько же у них весу ровно 60 дней от рождения, то есть 2 месяца от роду. Поросята есть ролики, где они было порост у нас 16 числа. Кому интересно, заходите, смотрите канал. То есть будем взвешивать и знаем их вес. Это у меня получается папа Пьетрен. Мама киевская генетика. Свиноматка, ту, которую мне привозил Юрий Фармага. Кто подписчики смотрит канал, тот знает. Корм у них постоянно есть, кормушки. Стараюсь, чтобы постоянно был, насыпаю и записываю, сколько они съедают. И сколько съели по сегодняшний день тоже. Если отменим то, что здесь есть, и узнаем по сегодняшний день от рождения, сколько они употребили всего корма. Поросята сами по себе не чуток, хорошие, поносов у них не было, поэтому хорошо дернули. У меня есть еще одни поросята, у них разница в 6 дней, но те чуть меньше, те переболели, я их держал на диете, ну то есть еле-еле вроде бы как бы вычухали, но те будут поменьше, потому что переболели и были на диете. Ну а этих будем взвешивать. Взвесим обезьянку обязательно, я ее хочу на свиноматку обезьяну оставить. И взвесим пару штук тут выбранных. Они примерно все одинаковые. Тут-то может есть какой-то плюс-минус, ну не знаю, там килограмм, может два. А так примерно все одинаковые. Длинные, хорошие, исключительные. И также вам покажу. Часто задают вопрос после каждого ролика, где закололи кабанчика, ну, кого пустил на мясо. Поэтому тоже отвечу на эти вопросы. Кого пустил на мясо из свиней. Ну и взвесим этих. Вот так. Давай, в новый дом. Кнопку пропустить. Кнопочка. Надо сделать защелку изнутри от вольера. Они будут здесь, а когда убирать, туда буду их просто выгонять. И все. Почему я так решил? У меня освободилось место тут. Я убрал тут перегородку в старом сарае. Пока как-то там поремонтировал полы. Думаю, на зиму запущу их сюда, в эту клетку. Потому что жалко смотреть. Сейчас морозы берутся зимой, ночью, вернее, уже зимой. Ночью маленькие морозы, минус 5, минус 7. Поэтому жалко, думаю, ну что их мучать.
А тут как раз освободилось, сделали эту перегородку, зиму перепетляем. А с весны уже начну тут тоже все демонтировать, заливать пол, варить клетки, сделать тут пару станков больших. Или для свиноматок. Ну то есть будем тоже его переделывать, этот сарай. Я им сделал общее длинное корыто. Единственное, что надо сделать перемычки, чтобы вот так не ходили, но то сделаю чуть позже. Это поросята у меня канторы. Они все выросли, хорошо выросли, длину пошли. Вот это когда они едят, то такой звук стоит постоянно. Рыча. Хотя они не голодные. Я им сюда кинул в угол отходы жизнедеятельности ихней, чтобы здесь было хорошо мне убирать в этом отделении. А там сделал корыто, чтобы они там ели, там гадить не должны. Оттуда должны ходить опорожняться. Вода у них тут есть, вот. Будут становиться на брусочек, доставать сюда. Это для них элементарно. Они уже высокие. На ногах высокие, длинные. Отлично. Но единственное, там позабиваю перегородки. Но это уже не сегодня. У меня на сегодня куча банов. То уже сделаю завтра. И, наверное, сделаю выше, чтобы они туда вообще не становились ногами. А им неудобно было. То есть сделаю только так. Отделение. И тоже на корм накинулись, как будто не видели несколько дней еды. Они не голодные, там у них корм есть, это так, новое место, а то они типа как бы что-то. Я думаю, им тут места будет предостаточно, даже взрослым. Ну, единственное, что надо, конечно, будет часто убирать. Буду каждый день тут убирать. Хотелось бы, чтобы они ходили именно в это место. Никуда не в другое, только в это место. Кнопок. Кто за кнопой наблюдает, он она задница торчит. Всегда где-то пристроится, но всегда она не голодная. И от всех не отстает. И тоже она в росте пошла. Просто что меньше всех. Ну в ней уже, я думаю, далеко за 20 килограмм. У кнопки. Ну а в этих лошадей даже не знаю сколько. Ну а так хотелось бы, чтобы они в ряд стояли возле корыта, поэтому надо делать перемычки по-любому. У меня там в летнем выгуле у них тоже большое корыто, я всегда подсыпал и такой бойни не было. Но я подождал, пока они там плюс-минус все доедят, чтобы корыто не выбирать, и запустил их сюда. Тут полы деревянные, то есть теплые, на зиму будет им нормально. Место появилось, думаю, не буду рисковать с вольером. Да и все равно больше корма пойдет на обогрев. То есть они, если будет там холодно, больше просто-напросто будут употреблять корма. Поэтому все взвесил, думаю, пускай лучше здесь побудут. Освоятся в новой клетке. Расслабятся, потом привыкнут. Это всех на мясо. Всех их пускаем на мясо. Кнопу выгнали с корыта, ну кнопа где-то пристроится в другом месте. Да, кнопа? Кнопа, вот вода.
Мне вот это лишь бы кнопка доставала. Да, они то достают, но просто надо сейчас им попробовать. Одному, второму. Но подотянется, я думаю, до воды. Вот вода. Ну, сейчас им не до воды. Прям в корыто залез. Первый пошел. Ну а так они становятся на досточку и пьют. Задаю такой вопрос. Кого ты, Стас, пустил на мясо? Объясняю. На мясо у меня вот одна, это груша, свиноматка, забракованная. Решили ее немного поднять, пускай чуть-чуть подкормим, и перед Новым годом пойдет на мясо. А здесь, в этой клетке, было два брата-акробата кастрированных, дюрка, вот они. Вот один, это те, которые у меня были на откорме, два. Вот смотрите, большего мы вот это закололи, был видос. У Богдана в видео, сын блогера, у него на канале, где мы начали, где я показывал, как мы смалим соломой, а следующий ролик выйдет сама разделка. То есть, сейчас у нас остался вот этот. Вот. Он по ширине шире, чем груша, но по длине короче. Дюрок горбатый, а такие свиньи, там, Макстер Петрен, они более длинные. А дюрки горбатые, вот допустим, как вот это у меня. Ну, она просто горбатая. Вот для тех, кто спрашивает, кого мы пускаем на мясо и что так часто пускаем. Вот у меня следующий этот дюрок. Потом следующая, наверное, вот эта вот груша, которая у меня на откорме. У нее с ногами задними проблемы. Она чуть-чуть укрепится и будет нормально. Это у нас клубника, киевская генетика. Эта свиноматка, она покрыта. Тоже набрала вес хорошо, нормально. Ну, это у нас кукляшка, ждем опороса. Это наш кабанчик, которого я отсадил. Один был с геморроем, вылечился, я его посадил ко всем другим. Все нормально, ничего не возвращалось назад. Этот у нас еще проблемный. И потом получается, после вот этих двух, два зареза, я-то и понимаю, что, ну, как бы, не должен я отчитываться, где что у меня в сарае и кого я пускаю на мясо, где я их беру. Понятно, что можно на этот вопрос не отвечать, это лично мое подсобное хозяйство, что хочу, то делаю. Вот смотрите следующее, после тех двух, вот у меня, а ну... Дай. Вот, уже 100 килограмм есть в нем, в этом, вот этом белом. Мы с Андреем, когда опускали на мясо дюрка перед этим, взвесили 120 килограмм. Он был чуть-чуть больше вот этого белого, 120 килограмм. То есть до Нового года еще, грубо говоря, 2 месяца он еще подымется, это раз. Также за ними идет вот это и вот эти. Это следующая партия на мясо. После этой партии пойдут вот эта партия, после той партии. Понимаете, оно все взаимосвязано и все сделано, но именно по возрасту подходят. То есть одних уже убрали, вторые подошли, вторых убрали. Когда этих всех все уже не будет, грубо говоря, пойдут на мясо, на зарезы. После тех трех, которых только что показывал, даже четырех, четвертый там у нас сидит отдельно. Вот эти, после этих, вот эти пойдут. То есть все они за друг дружкой. Сначала больше партия, потом меньше. Потом те кантеры рыжие с картами. После кантеров вот эти все. А там уже начну с января вставлять сапоросов опять новую партию себе.
Потом посмотрю, посчитаю по месяцам сколько, опять оставлю выводок себе. Это чтоб не возникало вопросов, где ты берешь, кого ты режешь. Ну и у меня замкнутый цикл. Свои поросята, свой откорм. Кого хочу себе оставил, кого хочу продал, если не надо лишнее. То есть это так. А эти вопросы постоянно, кого ты зарезал, где ты взял, где ты шум. Ну теперь вы поняли. Я думаю, дальше вы этим вопросом задаваться не будете. Сами поймете, откуда беру. У меня есть поголовье, еще есть поросята. Только в другом сарае. Грушины. Я их не показываю, они переболели, не стал их показывать. Думаю, пускай они вроде бы вытюхались. То есть те тоже у меня все на откорм. Я думаю, теперь-то всем понятно. Обезьяна, тебе понятно? Эти, да, эти чисто мясные, но видно, что, грубо говоря, мышцы и шкура. Ну и длинные, сильно длинные. Будем узнавать, какой вес. Притянем весы, ящики будем взвешивать. Я на хозяйстве сам, поэтому сам буду их, поставлю камеру. Ящики буду потихоньку пробовать их носить. Самому, если честно, интересно, сколько вес. Да? Сколько вес у вас? О, колдышка. Колдышечка. И Боре тоже интересно, какой вес. Ну, Машке, понятно, оно не надо. Машке скоро свои будут букашки. Думаю, на вопросы ответил, где берешь, кого пускаешь на мясо. Покупать у кого-то свиней и мне самому их пускать на мясо, мне смысла нет. У меня есть свои. Я не сдаю. Может быть, когда-то буду сдавать, когда их будет много. Но я думаю, мне много смысла нету их держать. Зачем мне много? Мне хватает того, что у меня есть на откорме. То есть я сам пустили на мясо, продали и опять. Вот сейчас на данный момент уже есть у меня заказ на того коричневого кабанчика. Полностью все уже там почти заказано. Наперед. Посмотрим, или на этой неделе, или начало следующей приедет Андрюха, будет делать харакири. И так, поэтапно, по накатанному, по чуть-чуть. Да и все. А то где берешь, кого, где взял, где купил. Теперь, я думаю, понятно будет. У нас пустился снег. Маленький. Так, наготовил ящик, наготовил весы, весы показывают по нулям. Сразу, чем ты кормишь поросят на старте, то есть какие добавки маленьким поросятам, водолага. Отвечу на такой вопрос, кто знает, что сразу начнут писать. Дело не из легких, но мне как бы не нравится, это целая история. Не тяни сюда весы, Борь. Сюда тяни ящик. И когда сам не сильно удобно. Ящик большой, надо сделать. Ну, мне маленький ящик как бы и не надо. Мне большой для оборота использую. Сам ящик у нас получается 32 килограмма. Скидываем на нули и вот так, и пошел пробовать первого поросенка ловить. Попробую поймать обезьяну. Thank you.
обезьянку не получилось, другую поймал. Или другого. Пробуем. Борь. Пятьдесят 9 дней, 23 килограмма. Это не самый большой. Пробуем обезьянку. Обезьянка. 24 800, почти 25 килограмм. Бедная аж обосралась. 25 килограмм. Без всяких гранул, супер кормушек, по-простому. Это просто, я знаю, что это дело неудобное, так брать, взвесить. Если бы можно было, с камерой пошел, взял его. Ну, это нереально просто поймать ее, вынести 25 килограмм и с камеры это все снимать. Поэтому это целая история. Пошли, обезьянки, еще одну. Обезьяночка. Вот такая свинюшка у нас. Обезьянка. 59 дней. Двести. Ну, я говорил, разница килограмм два. Это кто у нас? Кабанчик. Ну чё ты? Чё ты? Друзья, буду заканчивать с этим. Хватит трех, три разных, пятнистую, обезьяна черная и белая. Все разные, ну вес примерно одинаковый, они одинаковые. И сейчас покажу, сколько ушло корма. Их у меня 10 штук. Сколько ушло корма по сегодняшний день. Кому интересно, посмотрим. Все. Давай, все. Все. Это тоже своего рода стресс.
И стресс, можно сказать, большой для этих трех. Ну, я думаю, показать можно когда-никогда. Хотя мне смысла нет тягать вот это, показывать. Ну, просто показывают другие. Думаю, покажу и я, какой у меня вес. У поросят на обычном корме, без всяких прибамбасов по-простому. Сейчас им туда все назад заделаем. О. По-простяцки, без всяких этих. Начинал с 15%. Это добавка 25. Я начинал с 15 и увеличивал. Даже я не давал им. Ну, в конце уже я начал давать 25. Не бедненькие, аж позамаривались. Корм у них есть, я сегодня им насыпал. Сейчас скажу, сколько и сколько там. Я все записываю. Ну, дай бог. Пусть растут. Смотрим, какой, сколько ушло корма. А ты сколько у нас весом? Я думаю, кому интересно именно по корму, те еще смотрят. Кому не, просто так посмотреть, те уже не смотрят. Значит, смотрите, ребята. Предстарта. Вот отъема я им дал всего 10 килограмм. Предстарта. И вот это вот 20, ну я считаю предстарт 10, с этим 30, 50, 60, 100, 110, 150, 170. 170 килограмм они уже съели. Вот эти вот 40 и 13, это я закинул сегодня. 53 килограмма. Вот я точку поставил, это сегодня. У них сейчас кормушки там 53 килограмма. Вот и считайте там, не знаю, это хорошо, или много, или мало. 10 штук родились 16 сентября. Но если брать правильно, порост пошел после там 12 ночи, то есть 17 у них будет 60 дней. Сегодня, судя по всему, если так разобраться, то им сегодня 59 дней. Вес вы видели 24, 23. 25. Всем, кто смотрел, спасибо. Удачи, счастливо. А мне надо дальше заниматься своим.